Приветствую вас на канале Лана Арт. Опера аметист у меня уже зацвела. Из 5 2 кустика цветущих. Оставляю уже, не удаляю цветы. Ну, а другие петуньки у меня только вот переставлены в теплицу. Она неотапливаемая. Какие-то даже еще не пересаженные ствол за 200-граммовых стаканчиков. В общем, работы полным-полно. Получила я очередную посылку с розами. Даже не стала показывать распаковку, потому что пришла она в ужасном состоянии, просто завернута в крафт бумагу. В общем-то, сами саженцы тоже с такой короткой обрезанной корневой системой. Сейчас, если получится, вот посмотрите, и все вот, ну, укорочены, все обрезаны, очень мало. В общем, буду выхаживать я розы в этом году. Не буду писать, где покупала, но кому интересно, спросите, я потом там расскажу, потому что не хочу делать рекламу, так как саженцы, в общем-то, да, они недорогие, от 150 до 300 рублей, но все равно. Это из Крыма. Вот в таких опилочках они пришли. Замотаны были вот пленкой обычной, и потом сверху крафт-бумагой. В общем-то, ужас, короче. Стоят они сейчас у меня в энергене, надеюсь, отойдут. На участке у нас продолжаются работы. Мальчишки мне здесь вот заменяют землю в парнике. Парник перенесли, а землю таскают из кучи там у нас, которая из-под другого парника была выкопанная. Вот здесь территория для моих будущих грядок, но грядок как таковых пока нет. Вот одна только с клубникой. Клубничку здесь я уже все обработала. Вылезает она потихонечку. И вот еще плацдарм. Тут у меня 4 сорта, тоже прошлогодних. Вроде как сохранилось, тоже еще требует моего внимания. Но у меня сейчас очень много работы в теплице, там в парнике, поэтому не получается никак с клубникой разобраться. Это мои посевы. Всходит здесь капуста декоративная, вся взошла, в принципе, тут профессиональные семена. Это и берез перстролистный, астры коротенькие такие, маленькие, невысокие. Вот они в теплице, в холоде лучше всходят. Здесь еще у меня продолжает расти моя виолка. Я ее распикировала, хорошо растет. И цинерария. Вот здесь у меня две плошечки, еще одна плошечка у меня наверху, там в комнате. Это мои мобильные грядки. Вот эта грядочка получилась такая. Внизу здесь керамзит насыпан, дырочек нету. И сверху земля. По краям обычный там пакет, черный пакет такой большой, разорвала. Здесь у меня лук, укроп, кинза и петрушка. Из зеленухи у меня еще вот посажен салат пак чой. Корейские семена у меня еще были, прекрасно зашли. И салат дубачок. Вот так густо зашел, надо тоже распикировать потом. Но это астры в теплице, они вот начали сразу расти. И еще одна мобильная грядочка. Это грядочка с редиской. Вообще, в принципе, очень удобно, я поняла, сажать мобильные грядки. Редиска — это Risen Butter. Очень хорошая редиска. Сажаю ее, я уже ее третий сезон. Очень хорошая. Если у кто-то еще не выбрал, чтобы какую редиску посадить, в общем-то, рекомендую. Ну, а после сбора урожая редиски эти грядочки можно использовать еще подо что-то. Обрабатывала еще сегодня тут вот свой детский сад. Гейхеры, старые листочки там пообрезала. Очень хорошо сохранилась лаванда. Некоторые макушечки я прищипнула, чтобы она лучше кустилась. Ну, а вот априетта у меня не очень хорошо перезимовала. Возможно, это вот такие поздние уже заморозки, которые были бесснежные. И она, конечно, подмерзла. Но вот там идут уже новые побеги. От центра, от самого, везде во всяких, в общем, тут я смотрю, везде они идут. Сейчас еще какое-то время пройдет, если не оживут тут какие-то почки на ветках, я их просто срежу. Вот здесь тоже есть, ну, в общем, везде, везде они там вроде бы как оживают. Шаловидный флокс вроде как нормально, но он такой более зимостойкий, конечно, чем абриетта. Еще наконец-то у меня дошли руки до бегонии. Здесь у меня вот бегония, это выращена из
клубеньков, которые я покупала в Аби. Сейчас картиночку покажу. Просто какая-то ампельная бегония, вот такая красная. Так что оставила их два, будут расти, буду сегодня пересаживать. И вот два черенка я еще покупала. Это Беликонта, по-моему, называется эта бегония. Тоже ампельная. Тоже буду пересаживать уже в горшочки. Вот эти две штучки пересажу побольше горшок, но для них вот выберу поменьше. Большие горшки, я так поняла, для них не нужны. Поставила пока их еще в доме, потому что холодно. У нас еще обещают заморозки. Побоялась, что их может подморозить теплицы. Но вот это у меня тут сейчас на втором этаже в доме. Вот так вот располагается рассада. Ждет, не дождется своего часа, когда же они переедут в теплицу. Уже огромные у меня перцы, баклажаны, томатики. В общем-то, такая вся рассада, которая боится еще холода, заморозков, она еще у меня ютится, к сожалению, вот здесь. Пересадила еще герани сегодня свои, тоже уже вот такие побольше кашпо. А то они тоже у меня в 200-граммовых стаканчиках ютились. Ну, хоть вздохнули цветочки. Наконец-то нас пересадили. Ну, а закончу я видео опять цветущей петунии. Это аметист петуния. Спасибо за просмотр. Всем вам очень рада, друзья. Заходите, жду вас в гости.